Президент Франции Франсуа Олланд подписал закон о легализации однополых браков и разрешении таким парам усыновлять детей. Закон вступит в силу через 10 дней. Первый брак по новому законодательству может быть заключен уже в начале июня. Накануне текст был признан Конституционным советом, который отклонил иск, поданный правой оппозицией. Совет не усмотрел в законе противоречий конституционным принципам, основным правам и свободам личности и национальному суверенитету. Олланд, который во время своей предвыборной гонки обещал уравнять в правах однополые и разнополые пары, отметил: «Я знаю, что этот закон, который даст новые права одним и не ущемит при этом прав других, через несколько месяцев будет рассматриваться как закон согласия, примирения и прогресса». Французские парламентарии потратили рекордное количество часов на обсуждение законопроекта. Автором текста стала министр юстиции Франции Кристиан Табира. Закон был принят 23 апреля. Брак для всех разделил французское общество и вызвал волну демонстраций в поддержку и против легализации однополых браков. Несмотря на то, что юридическая точка в этом вопросе поставлена, противники брака для всех 26 мая соберутся на новую акцию протеста.